Красивая, белая, высокая, со стеклянным окном. Свет включается вот здесь. Очень-очень тяжелый. Ты хочешь вот из этой кружечки именно попить, да? Всей моей жизни. Может, он еще и за кофе съездит? Давайте. Он будет ездить и снимать все, чем занимаются питомцы. Например, киса Алиса, которая тайком вытаскивает цветочки из горшков. Привет, я Энни Мэджик, и сегодня мы с моими песиками приехали в наш дом мечты, который мы строили так долго. Мэджик Хаус, как я его называю. Дом уже практически закончен, и я очень надеюсь, что мы заедем до Нового года. И сегодня, по сути, у нас здесь будет первое видео, мы будем тут снимать. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропускать самые новые наши ролики, но уже из дома. А вот это вот классная, высоченная дверь моей мечты тоже ведет в комнату, в которой мы чаще всего и будем снимать наши видео. Проходите! Кстати, ребят, на моем канале Энни Мэджик новый выпуск ваших любимых Смешилкиных. И на Magic Pets тоже новое видео, ссылочки в описании. Если вы хотите, чтобы я сняла полностью наш переезд, как мы оформим дом к Новому году, остальную часть дома, другие комнаты, и как сюда заселяется киска Алиска, которая еще ни разу здесь не была, какие-то покупочки, в общем, как развивается наша жизнь в Magic House, то ставьте лайк на этом видео, и я обязательно это сниму. Покажу, что тут изменилось, а потом мы перейдем к моим первым покупочкам для дома. Так что вы пишите свои комментарии, чтобы вам было еще интересно узнать, какую бы часть дома вы хотели увидеть, что хотите, чтобы я показала, потому что ваши комментарии вот здесь вот везде появляются. И начнем мы, наверное, с двери. Здесь появилась дверь, вот такая красивая, белая, высокая, со стеклянным окном. Здесь пока что еще торчат провода, сюда повесятся какие-нибудь лампочки, повесятся. Потолок тоже покрашен, гигантские окна, которые вы видели, просто сумасшедшей высоты. Плиточка наконец-то уже появилась. Такие неприметные лампочки, я купила их в Икее, здесь их 3 штуки. Я хотела сюда свет какой-то такой ненавязчивый. Лампочки направлены, какая-то часть вниз, какая-то часть вверх. Повесили карнизик, на котором висят шторы, и они будут закрываться и прикрывать вот эту вот высокую дверь, выход на улицу. Это все потому, что двери и окна в доме, какие я мечтала, прям они очень высокие, и таких штор просто не найти, поэтому мы будем их дошивать. Свет включается вот здесь вот, и получается, он как бы будет освещать рабочий стол, рабочее пространство. Светильник бледно-розового такого цвета, и самая его прелесть в том, что он стоил где-то примерно 200 рублей. Еще я купила вот сюда 2 горшка белых, очень-очень тяжелый прям такой, а ножки у него отдельно, то есть он ставится вот на такую деревянную подставочку. Кстати, вот эти вазочки, которые сейчас стоят на подоконничке, они выглядят очень стильно, прям классные такие, но они тоже стоили недорого. Подушечки к дивану мы вернемся позже, потому что я тоже об этом очень хочу рассказать. И еще одна покупочка, подарочек для этой комнаты, это вот такой вот робот-пылесосик iLife. Модель называется W400. Я уже покупала робот-пылесос, но отличие этого в том, что это моющий робот-пылесос именно для этой комнаты. Он поступил в продажу только в ноябре. Это новинка, вот эта вот модель iLife моющая. Я просто предполагаю, что мы будем большинство роликов снимать в этой комнате, а мы очень часто снимаем какие-нибудь распаковки. И в том числе на канал Magic Pets моих говорящих питомцев мы постоянно снимаем какие-нибудь эксперименты, и я, как настоящий рукожопик, обязательно что-нибудь на пол пролью. А здесь плитка, и моющий пылесос будет сюда просто очень круто, я считаю. Сейчас мы его с ребятами распакуем. Тут у нас зарядка для пылесоса, еще один валик какой-то, батареечки, пульт, провод для зарядки, и вот он сам, красавец. И, конечно же, инструкция. Прошлый робот-пылесос, который будет работать в остальных комнатах дома, мы назвали с вами Валли, так что давайте этому пухлячку тоже имя придумаем. А самое интересное я найду в комментариях и передам этому человеку в следующем ролике привет. Вот это мое любимое занятие – отрывать пленочки с новой техники. Прям вообще обожаю. Когда здесь будет полностью уже все оборудовано, я обязательно сниму рум-тур. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, что еще здесь мы придумаем. А, это запасной валик, потому что здесь уже один есть у нас. Так, отлично. Как включать?
Он разговаривает, ребята. Он говорящий. Это говорящий робот. Он говорит, он сказал, что сейчас начнет. Он поехал, он поехал. Я ему могу при помощи пульта управлять. И Мичу такая, что это? Кто это такой? Короче, я читала, что у него есть специальная система Tidal Power, при помощи которой он отмывает самые въевшиеся пятна. И я вот тут как раз, и Мичу, отойди, нашла пятно, которое мы сейчас попробуем отмыть. Я сейчас должна налить в него воды. Смотрите, тут есть кнопочка. Вот так вот ручка поднимается и отделяется вот эта вот часть. Тут два бака, и вот здесь вот нарисован краник, то есть сюда нам нужно налить в него воды. Я сейчас, кстати, нахожусь в нашей ванне хозяйственной. Как в него много влазит воды. Вот оно, наше застаревшее пятно. И сейчас мы будем его отмывать. Юмичу. Так, я, кажется, нашла еще одно пятно. Юмичу, отойди вот здесь. Вот еще пятно. Вот здесь. И здесь. И вот здесь. Короче, нам уже есть что помыть, хотя мы еще тут не жили. Во, все, вставила обратно. Пылесосик готов. И чтобы, если именно вы хотите, типа, отмыть пятна, то нужно смочить их самим водой налить. Ну да, попить у нас негде, да, Юмичу? Ты хочешь вот из этой кружечки именно попить, да? Это если именно пятна хочешь убрать, надо разлить воду там, где ты хочешь их убрать. А в принципе так, у него есть бак с водой, и он сам будет ездить и мыть пол без всякой лишней жидкости. То есть это такая специальная процедура, отдельная для пятен. Так, включаем. Сейчас посмотрим, как он будет это делать. Он уже отмыл пятно за раз! Короче, вы смачиваете пол водой, он скрабит это пятно при помощи вот этого специального валика, а потом протирает. И чтобы вода не оставалась на полу, у него есть специальная система сильного всасывания воды. То есть он не портит при этом пол, красавчик, и вода у него разделяется на чистую и грязную в два отдельных бака. Я сейчас выбрала такой режим, чтобы он убирался именно в определенном месте, туда, где я разлила воду. И вот он сейчас по кругу всю эту воду собирает, прикол? Практически везде уже сухой пол, он сейчас остальное дотрет, но самый прикол, ребята, что пятна он реально отмыл. Офигеть! Это просто идеально для плиточного пола, для комнаты с плиткой. И вот здесь вот у нас получается два бака с водой, и вот здесь скапливается именно грязная вода. Вот на английском написано dirty, то есть мы ее откроем, и отсюда уже будем выливать грязную воду. Я его сейчас включу, запущу, и пусть он прибирается в комнате, заодно ребята к нему попривыкнут получше. А я пока что вам расскажу и покажу покупку своей мечты. Давай, прибирайся. Кстати, у него 4 разных режима уборки. Он может вот так вот ездить по всей комнате и просто убираться без повторений. А еще у него есть режим, как мы до этого выбирали. В одном месте он ездит, именно где ты выберешь специально, чтобы вот грязь, прям если очень грязно. Или по спирали вот так вот, если тоже очень грязно. А еще можно запустить его ездить по краям. То есть он будет убираться именно в самых труднодоступных местах. Вот здесь вот, где плинтуса. О, он поехал под диван. Покупка, мечта всей моей жизни. Большой диван. Мою комнату. Свою личную комнату. У меня никогда не было вот так вот, чтобы своего личного чего-то. И тут мечты сбываются, короче. Этот цвет называется пыльная роза. Последнее время я безумно люблю такие вот мягкие, нежные, прям на ощупь такие приятные, бархатистые ткани. И мне очень последнее время прям нравится этот цвет. У меня даже брюки похожего цвета и куртка похожего цвета. Это одна из, по сути, самых первых больших покупок для Magic House и для этой комнаты в частности. У этого дивана 3 вот таких вот гигантских, очень мягоньких подушечки. 2 вот таких вот маленьких по краям. Кстати, пледик я тоже купила такого вот похожего оттенка. Нежно-бледно-бледно-розовенького. И диван этот раскладной. То есть, если гости приедут, раз, и все. Очень просто раскладывается и становится гигантским. Скорее! Миша смотрела в окно с
посмотрела туда, где снежок. Просто вот реально сейчас сбываются мечты. Каждая вещь в этом доме для меня это какое-то событие, прям событие. Я всему безумно радуюсь. Обратите внимание, сколько я здесь рассказывала про диван. Он все время ездил, и я ни разу не слышала, чтобы он обо что-то ударился, об горшок или об стену, или даже об ножки дивана. А знаете почему? Потому что у него крутая ОБС-система обнаружения местности. Вот такие вот умные слова. То есть он не ударяется в мебель, не уронит никакой горшок, у него есть система антипадения, он не свалится с лестницы, если что. В общем, он ничего не портит, потому что он все это видит, потому что он супер умный робот. Короче, он не сталкивается с предметами и ничего вам не попортит. Это очень важно, особенно когда у тебя все новое в доме. Из этой же ткани мне сделали подушки на окна, прямо по нашим размерам. То есть это вот такая красивая розовая, бледненькая, такая красивенькая подушечка бархатненькая на окошко. И таких у меня две штуки. Я просто пока не знаю, оставить на двух окнах подушки или все-таки оставить подоконник еще для какого-то декора. Юмичу просится. Юмичу, ты хочешь ко мне сюда на окно? Ну, давай, залазь, запрыгивай. Давай, взлетай, мой покемон, слишком высоко. Вот, кстати, тут не только на пульте, но на самом роботе вот есть кнопочки. И все четыре режима здесь изображены. Вот сейчас наш айлайфик поехал по краям комнаты прибираться. Пусть заодно помоет там у плинтусов рядышком везде. Кстати, плинтуса, если вы заметили, тоже такие высокие. Он заедет вот в этот промежуток между дверью. Точно, поехал под дверь пылесосить и намывать там водичкой, все пройдет. Короче, это реально такая влажная уборка, он прям ездит по всем стенкам и везде там вымывает. Юми смотрит в окошко. Так мило, я не могу. Это реально вот просто греет душу, потому что ты понимаешь, что наконец-то за столько много лет ты живешь не в каком-то съемном жилье, не в квартире в аренду, не в доме, а в чем-то своем, что это что-то свое, наконец-то. То, что ты сделал своими руками, своими силами, своими мечтами. Столько лет мы к этому шли, и вот, наконец-то, дошли. Magic сила. Кстати, вот про Новый год я хотела похвастаться. Я, когда мы были в Берлине, я влог оттуда снимала на свой канал Any Magic, купила там очень незадорого в обычном магазине, типа как у нас, ну, супермаркет какой-то, вот такой красивый подсвечничек, он металлический, и у него вот такие дырочки, и вот сейчас в Икее как раз недавно были, приобрела вот такую свечечку, то есть сюда вот ее ставишь, и здесь будет свет. Мне кажется, он по цвету и вообще по всему очень подходит по стилю к нашему домику. И вот сейчас как раз мы начинаем готовиться к Новому году, и вы наверняка начинаете. У Эйвана приступ нежности к дивану, он такой прилег такой на бочок, пузо выставил. Такому подарочку умному будет рада любая мама, все друзья и родные. Так что ссылочку оставлю на iLife в описании внизу к этому видео. Обязательно дарите любимым и родным полезные подарки. Че, клево, так сидишь такой, отдыхаешь, а он за тебя моет, убирает комнату. Может, он еще и за кофе съездит? Давайте по управляемым. При помощи пульта отправлю его за кофейком. Что там? Жизнь прекрасна. Сейчас хочу провести кое-какой эксперимент. Надо будет сделать его потом разведчиком, зацеплять на него камеру, и он будет ездить и снимать все, чем занимаются питомцы. Например, киса Алиса, которая тайком вытаскивает цветочки из горшков. Так что все про всех будем знать, ребята, кто где чем занят. Можно будет даже видео такое снять, мне кажется. Вот, кстати, вторая подушечка с окна, розовенькая, красивенькая. Сейчас пока положу ее. Купила вот такое вот одеялко, такой пледик. Очень тоже красивый цвет у него, сочетание. Он такой серый, но немножко в нем есть оттенок сиреневого. В такую вот квадратиками он прошит. Мне очень нравится. И мне кажется, он тоже по цветам, по сочетаниям подходит ко всему. А это то, что я говорила про куртку свою. Что у меня даже куртка есть такого цвета. Так что, ребят, у нас выпал первый снежок, и мы сейчас отправимся бегать в сугробах, купаться. А вы переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах. Миш, пошли! Потому что на Magic Pets будет как раз их прогулка. Пошлите! Та-дам!
Подписывайтесь на наши каналы, на наши инстаграмы, ставьте лайки, пишите комментарии, голосуйте вопросы и дарите мамам полезные подарочки iLife, чтобы у них было больше времени общаться с вами. Я хочу идти сюда! Иди ко мне! Эйван!